Слышно. Дорогая молодежь, приветствую вас. Простите, потерял голос. Прекрасные песни, псалмы мы вчера пели. Сегодня вместе с вами наслаждаемся. Спасибо вам огромное. Также спасибо всем, кто организовал эту конференцию. Мы благодарны вам. Это прекрасное время. Кто согласен, скажите аминь. Аминь. Слава Господу. Вы это слышали. Мы, молодежь Чикаго, как и сказали, находимся в городе Витон. Как говорит наш пастор Эдуард Анатольевич, это всего лишь 26 миль на запад от Чикаго. Поэтому, кто захочет посетить Чикаго, мы вас ждем, мы примем вас в церкви у себя, мы примем вас дома, если нужно. Это прекрасный город, приезжайте, вместе прославим Господа, вместе потрудимся. А мы сейчас споем песню о доверии Богу, о том, как нужно доверять Богу в разных обстоятельствах. То мы слова подготовили, поэтому можем вместе с вами прославить Господа. Стоят, и если воды моря не разделят.